Всем привет. Сегодня четверг. Находимся мы с вами в лесу. Пошли пособирать опят. Восьмое число сегодня. Ну вот, кстати. И первая кучка. Погнали. Еще. Собираем. Да, нахожу. Немножко, но есть кучками небольшими. Да, небольшие, кстати. А вот и по земле пошли. Первые. Этим уже хана. Болотинка такая. О, сколько много. Ну, как много. Смотрите, какие большие уже. Ну, что-нибудь да возьмем. Ну, какие. Целая кучка. Сейчас будем косить. Вон какие. На икру пойдут. Что помельче засолится. Крупнее на икру. Вот, смотрите. Больше где. Чистенькие. Какой букет. Вот. Пенек обкосили. Пол корзинки почти. Идемте дальше. Болотистая местность такая. Вот еще опятки. Махонькие. Больших уже много. Вот что. Да, нашел кучу. Небольшую кучку. Будем посмотреть. Слишком большие. Корзинку таких наберем на икру. И все, потом буду мелочь собирать. Слишком большие на засолку. Видите, какие лопухи сечевивые. Продолжаем наш поиск. А что тут продолжать? Они тут везде растут. Вот они стоят, например. Немного, но есть небогатые пеньки. Много бочки зачетные. Вот такие красивые. О, пенек. Посмотрим. Это ложная пята. А вот тут-то такие, такие стоят, смотрите, и ложные, и нормальные. Вот как так
заведено. Какая красота. Аккуратненько срезаем, в корзинку ложим. Вот, еще маленькие. Ножки толстые. В общем, грибов много. Ходить никуда не надо. Че, вот два шага сделал. И опять. Смотрите, что. Вот какие малютки. Надо еще засадить. Красота. Вот еще происходит. Ну вот. Такая вот кучка попалась. Как много. Вроде чистенькие. Так. Так, смотрим дальше. Дальше вот они стоят. Такие большие, красивые. Более-менее посмотрим. Корзинку надо добрать. Вот еще какие стоят, не срезаются. Корзинка, в принципе, уже их полная почти. Вот еще, смотрите, что. Я не знаю, это без комментариев. Вот куча, вот кучка. Опять просыпал. Вон кучка. Какие красотень. Пятки, пятки. Никуда не спешим. Тоже весь обкушенный бок. Все равно. Грибов я много не набираю. Как бывает, люди хвастаются в видео там мешками грибут. Мне это ни к чему, потому что перерабатывать приходится самому. Жена не любит это дело. Так что лисичку нашел. Так что я мешками не режу, хотя есть возможность.
Вот лисичку такую вот возьму. Тут наступил на них. Жалко. Для вкуса на икру пойдет. Хотя для видео на картинку можно нарубить этих опят мешками. Я беру столько, сколько мне нужно. Лишнего ни к чему. Другой кто-нибудь пойдет, берет, если ему надо. Так, маленько еще на икру добавим. Пойдем дальше. Какой пень стоит. Ну, не суть. Может быть, и на нем что есть. Сейчас здесь пенек обрежем и будем высыпать корзинку в рюкзак. Уже полная корзинка у меня, видите. Сейчас пересыплю. Пойдемте дальше. Ну вот, подошел я к этому пеньку. Смотрите, какая-то красота. Они все такие небольшие. Кучки стоят. Смотрите, что. Вот кучка, вот кучка. Ну, начинаем заниматься. Хорошо, что маленький. Так, опять обязательно все собираем. Куда не спешим, грибов много, на всех хватит. Кстати, двое грибников попадалось уже, и мы вдвоем сегодня с братом. Так, какие хорошие грибочки. Не могу обрезать. Ну вот, опять наткнулся, кучки стоят. Будем собирать помаленьку. Оп. Ножки какие чистенькие. Мой план на сегодня — две корзинки. Одну на икру, одну на засолку. Так. Может быть, что-то и возьмем парочку. Желтоватые. Смотрите, какие. Лес такой тут смешанный. Вон я нашел небольших кучку. Желтоватый даже. Ну, таких вот приятно резать. Так. Сегодня 8 или 9 сентября. Сейчас скажу вам. 8 сегодня четверг. Погода прохладная. Дует ветер. Весь день холодный, шквалистый. Что-нибудь надует. Судя по прогнозу, в октябре вначале уже ожидается заморозки до -5. Так что надо все успеть сделать. Какие маленькие собирающие.
сюда их. Все не соберешь, все не съешь. Тут много. Малюсенькие стоят. Кстати, лисички попадают. Я уже две штуки нашел. Вот еще стоят. Кому-то, может быть, они пригодятся. Какой-нибудь зверушке. Много опять кучками растет. Лисички попадаются, кстати. Еще одна попалась. Я одну уже взял, не снимал. Буду собирать. Даже вот такие еще маленькие попадаются. Видите, кто-то косил. Ничего. Собака где-то вдалеке тявкает. Вот кучка стоит. Это уже переросли. Вот какая красивая. Вот маленькие. Ну, он уже переросли, стоят. Много-много больших. Такие я уже не собираю. А можно ходить, ходить, ходить. Надо маленьких искать. Ну что ж, будем закругляться, подводить итоги. Сейчас я еще насобираю. Вторую корзинку маленькую осталось. Много-много переросших уже. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.